На юго-западном побережье Афона, на полпути из Уранополиса в Дафни, можно увидеть одну из красивейших обителей Святой Горы. Дахиар, или обитель святых архангелов, расположился на крутом склоне холма, спускающегося к морю. Древний монастырь словно приглашает всех паломников посетить это удивительное место, неоднократно отмеченное попечением небесных сил бесплотных и Пресвятой Богородицы. Дахиарский монастырь был основан во второй половине X века святым Ефимием, учеником преподобного Афанасия Афонского, и вначале был освящен в честь святителя Николая Мирликийского чудотворца. Святой Ефимий был прежде дахиаром, то есть келарем в Великой Лавре, заведовал кладовыми. От послушания дахиара Ефимия и происходит название основанного им монастыря. По всей вероятности, святой Ефимий основал сначала маленький Никольский монастырь недалеко от порта Дафни. Однако спустя несколько десятилетий, уже в XI веке, под давлением пиратов, при втором игумене, монахи переселились на новое место, где сейчас и располагается обитель. Спустя еще некоторое время главный храм монастыря был освящен в честь святых архангелов Михаила и Гавриила, чему послужило одно чудо. Монастырское предание гласит, что на завершение строительства обители не хватало средств, но Царица Небесная открыла одному послушнику место на монастырском метохе подворье, где находился закопанный клад. Метох располагался на противоположном Афону полуострове Сифония. Посланные с мальчиком два монаха, соблазнившись, решили утопить его с камнем на шее и завладеть сокровищем. Но святые архангелы Михаил и Гавриил спасли отрока и перенесли его в алтарь Дахиарского храма. Преступление было раскрыто, сокровища пошли на завершение строительства монастыря, который из-за этого чуда был посвящен небесным силам бесплотным. Дахиарская обитель в течение своей истории многократно переживала и упадки, и расцветы. Ныне численность ее братьев достигает 50 монахов и послушников. Монастырь возродился в конце 20-го столетия благодаря игумену Григорию, продолжателю традиций калевадов. Три десятилетия назад Геронда Григорий принял Дахиар в развалинах, когда его населяло всего несколько человек. Архимандриту предлагали маленькую обитель, но Геронда будто знал, что братьев будет много, сказал, что возьмет только Дахиар. И это было его право. Ведь отца Григория пригласили из братьев греческой обители Прусу, чтобы оживить монашескую жизнь на Афоне. Монастырь внутри очень сильно напоминает дворы. Вот такие дворы, которые как на островах в Эгейском море. Именно поэтому я приехал сюда. Несмотря на то, что мы сказали, что монастырь бедный, но он похож на мою деревню. Вот эти монастыри, мостовые с подъемом вверх, напоминают мне мое отечество. Я предпочитаю быть бедным, но быть спокойным и мирным.
и не таким беспокойным богачом и соблазнять весь мир. На все работы игумен Дахиара, если позволяет здоровье, выходит раньше братья и уходит последним. Если же Геранда в монастыре, его тотчас обступают многочисленные гости обители. Архимандрит Григорий известен всей Греции. Паломники к нему съезжаются за духовным советом со всех уголков древней Эллады. Все больше о нем узнают и в славянском мире. Дахиар второй на Афоне монастырь после Пантелеймонова по количеству русских насельников. К нашему счастью, Геранда согласился лично провести нас по обители, познакомить с ее историей и святынями. И наше знакомство с монастырем началось с самой известной святыни Дахиара, иконой Божией Матери, Скоропослушницы. Летопись монастыря повествует о том, что в 1664 году Господь прославил свою Пречистую Матерь следующим дивным событием. Перед образом Богородицы, писанным на стене монастырской трапезы, был проход, по которому часто проходил с горящей лучиной монах-трапезарь. Однажды трапезарь Нил услышал от иконы следующие слова: «Больше не приближайся сюда с зажженной лучиной и не копти моего образа». Нил не внял этому указанию и однажды услышал еще более грозные слова: «Монах, недостойный этого звания, долго ли тебе так бесчестно и бесстыдно коптить мой образ?» Несчастный пал ниц перед иконой и оставался в покаянной молитве и слезах до тех пор, пока утром его, пораженного полной слепотой, не нашла собравшаяся братья. Устрашенные иноки постановили совершать ежедневное моление перед иконой, перекрыли проход и соорудили в этом месте специальное помещение, в котором и пребывает до ныне сей святой образ. Ослепший трапезарь не отходил от иконы, пока снова не услышал голос Божией Матери: «Нил, твоя молитва услышана, ты прощен. Пусть братья и все православные христиане обращаются ко мне в своих нуждах, и я никого не оставлю неуслышанным. Отныне сей мой образ будет именоваться Скоропослушница, потому что я буду являть скорую милость всем с благоговением, притекающим к нему». Отче, какие известны последние интересные случаи исцелений, где люди, может, свидетельствуют о помощи Скоропослушницы? Пресвятая Богородица дала трем парам супружеским детей. Ένα είναι από το από ένα πόντιο Νίκο που μένει στη Μεθόνη. Αντίν ребенок родился у некого понтийца, ο οποίος έπασχε από λευχαιμία, который был болен λευχαιμией, δόθηκε εξ ολοκλήρου στην Παναγία, έπισε ναό της Παναγίας της Γοργοϊπικόου, построил даже церковь στο χωριό του, Пресвятой Богородицы Скоропослушницы у себя в деревне. Και έπειτα από 10 χρόνια и через 10 лет του έδωσε ένα πολύ ωραίο κοριτσάκι, Παναγία. Пресвятая Богородица даровала ему прекрасную девочку. Γυναίκα, женщина совершается, когда держит у себя на руках ребенка. Η ωραιότερη εικόνα επάνω στη γη είναι η Παναγία με το Χριστό στην αγκαλιά της. Самая красивая икона, самое красивое изображение на земле – это Пресвятая Богородица. Εγώ там βλέπω εικόνα της Παναγίας που δεν κρατά Χριστό στην αγκαλιά της. Я когда вижу икону Пресвятой Богородицы, когда она не держит Христа на руках, άθελά μου, κάτι λείπει από την Παναγία. Κάτι λείπει από την Παναγία. Чувствую, что что-то, чего-то недостает у Богородицы. Και αυτός είναι ο Χριστός. И это Христос. Εμείς την Παναγία την τιμούμε όχι σαν Μαρία. Мы Пресвятую Богородицу чтим не как
Марию, как родившую, воплотившегося Бога. Католики же говорят... О, не мера, Аве Мария! Постоянно говорят, повторяют имя Мария. Эмислеме хера инфиа нифефте. Мы же говорим, радуйся, невеста, невеста. Хера нифи, буде батрефтис поте. Радуйся, невеста, которая никогда не вышла замуж. После чудесного обретения скоропослушницы монахи загородили проход перед иконой, чтобы по нему никто не ходил. И так как образ Пресвятой был обращен на восток, они построили напротив скоропослушницы часовню в ее честь, украсив предел искусным позолоченным резным иконостасом и красивыми настенными росписями. Перед иконой повесили негасимые лампады. Многие исцеления, которые через этот образ совершала Богородица, наполнили монастырь приношениями. Благодатью скоропослушницы прозревали слепые, ходили хромые и расслабленные, спасались из плена и оставались целыми при кораблекрушении. Летом 1996 года чудотворная икона Скоропослушница приготовила неожиданное благословение как для насельников обители, так и для всех православных христиан. За иконой, на которой был позолоченный оклад, реставратор Антони Глинос обнаружил настенную роспись 1563 года, то есть сам чудотворный образ. Он скрывался за иконой, писанной на холсте в 19 столетии. Тогда более поздний образ был помещен отдельно в этой же часовне, и теперь монахи и паломники имеют возможность благоговейно поклоняться оригинальной чудотворной иконе Божией Матери Скоропослушницы. Я спел тропар Пресвятой Богородицы Скоропослушницы. Коротко можно сказать, что она, этот тропар говорит о чудесах Пресвятой Богородицы. Я призвал покров Божьей Матери, чтобы был этот покров всегда вместе с вами. Тропарию и Панагия на дехти авти ти дейси по канаме. И потом я завершу молитву просьбой, чтобы Богородица приняла эти молитвы. Далее наше знакомство с монастырем продолжилось у святынь собора святых архангелов. Храм является самым высоким на Святой горе. Его стены с внешней стороны облицованы мрамором, а внутри он расписан удивительными фресками мастеров Критской школы. Прямо над входом в притвор можно увидеть живописный рассказ о спасении архангелами юного послушника. Вот здесь, на этих фресках, описывается и представляется чудо архангелов, то самое. Это чудо было где-то в 1100 году. Есть изображение вот этого чуда архангелов 12 века в Мистрае. И есть также изображение этого чуда в одном болгарском монастыре 14 века. Сохранилась в обители и часть того самого камня, свидетеля преступления и чудесного избавления юноши от смерти. Но прежде чем соприкоснуться с этой святыней, игумен рассказал о чтимых образах собора, образах, за каждым из которых также стоит история. Икона святых архангелов. Икона архангелов. Находилась на корабле, Корабль полностью сгорел,
А икону задело вот только верхней части. И фотья. Только верхней левой части задел огонь. Поэтому мы ее считаем, и она называется чудотворной корабельной иконой обители. Και η εικόνα αυτή από τη σκήτη του προδρόμου. А вот эта икона из скита Иоанна Предтечи. Που είναι από την παλαιολόγιο εποχή. Этот скит основан еще во времена палеологов, династии палеологов. Η скήτη αυτή μας έδωσε τρεις Αγίους. В этом скиту просияли трое святых. Μας έδωσε τον Ιωάννη τον πρεσβύτερο. Там просиял Иоанн пресвитер. Το μαθητή του τον Ιωάννη. И ученик его другой Иоанн. Και τον Γερμανό τον Μαρούλη. И Герман Марулис. Το επίθετό του ήταν Γερμανός. Ήταν Μαρούλης. Его фамилия Марулис. Есть в Дахиарском соборе святых архангелов и образа Пресвятой Богородицы, не такие известные, как Скоропослушница, но, тем не менее, также почитаемые, как чудотворные. Здесь икона Пресвятой Богородицы, которая находилась в древнем монастыре Каллиграфу. Этот монастырь существовал до 14 века, и потом, когда уменьшилось братья, его взял, он переступил во владение Дахиара. И нам осталось вот наследство Пресвятая Богородица Элеуса, милостивая, из этого древнего монастыря. Теорите савматургос икона. И тоже считается чудотворной иконой. И с ней мы выходим на крестный ход во вторник на Светлой Седмице. Здесь имеется еще одна чудотворная икона Пресвятой Богородицы. Вот сладкое лобзание. Όταν κάποτε πήρε το δάσος φωτιά. Когда-то, когда случился пожар в лесу, братья взяли эту икону, совершили крестный ход, и огонь повернулся в обратную сторону и повредил монастырю. Перед этой иконой мы читаем акафист. Авто то симади, кое-что это, авто. Вот это вот, скажем, пятно показывает то самое место, на которое архангелы положили этого ребенка, которого монахи бросили в море с тем самым камнем на шее. И камень, который сейчас вы увидите, это часть того самого камня, той самой плиты, которая накрывала сокровище в монастырской земле. Мы можем споем тропари Архангелу Михаилу. Гурум напшалам тропари то Архангелу Михаилу. Конечно, конечно. Небесный воинствах и святые, молим вас, бесному недостойни, да вашими молитвами оградите нас, кровью невещественные вашей славы, сохраняющие нас, припадающих прилежно и вопиющих, от бед избавите нас. Яко чина начальницы Вышних сил. Уравио стратио махи стратихи. Дишо пумени мас вимичи анакси. И на тесли. Скепи,
Мы сейчас спели тропарь Архангелам. Монастырь вначале был основан во имя святого святителя Николая. И поэтому икона святителя Николаица располагается сразу после иконы Пресвятой Богородицы. Но после этого чуда, вот с этим ребенком из камня, монастырь был освящен во имя собора Архангелов. И всегда, когда случаются чудеса и является Архангел, он всегда говорит: «Приходите в мою обитель, в обитель Лихиарскую». Это сельское хозяйство, что-то про пищу. И кто ж опути прошивхи, что монастырь мети алло, ашхолюнды монахи, ми пушины капьеш агротикеш эргашиеш. Калиеркюме катакорон ти ги. Конечно, возделываем в первую очередь землю. Ана катаскеважоме ке епискеважоме оти итан кремисмен. Но создаем, строим и восстанавливаем то, что было разрушено. Мы разделены на группы. Кто-то строит, кто-то занимается отделочными работами. Есть братья, которые работают с древними рукописями. И так появляются, обретаются вещи, которые до этого были просто, мы не имели о них сведения. Кто-то занимается иконописью. Кто-то благочинием, то есть ухаживает за монастырем. Кто-то за приемом паломников. Но не всегда Дахиар был богат братьей и мог принимать паломников. После малоазийской катастрофы в 20-е годы 20-го столетия, когда Греция нуждалась в огромных средствах для помощи беженцам, гонимым турками, монастырь все свои богатые подворья пожертвовал государству. В середине 20 века здания Дахиара пришли в упадок после разрушительных землетрясений и наводнений. Дахиар почти обезлюдил к концу 70-х, когда уходили из жизни старцы прежней эпохи. Именно в это время запустения сюда пришли монахи из греческой обители Прусу во главе с игуменом Григорием. Тогда в Дахиаре не было ни мебели, ни посуды, ни пищи, не только для паломников, но и для самой братьи. В складах не было ни литра масла. Но с Божьей помощью много уже сделано в обители руками монахов и с помощью благоговейных христиан. Έχουμε βέβαια και την καλλιέργεια και τη φροντίδα του δάσους. Еще у нас мы заботимся о лесах.
Лес, который нам дает материалы для наших строек и для отопления, и совсем немного дерево используем на свои нужды, на личные монастыри. И сам монастырь имеется то, что мы как монастырь, самый бедный монастырь на Поне. Но, как сказал апостол Павел, ничего не имеющие, но всем владеющие. Следуем традициям восточного православного монашества, монашества, которое всегда было земледельческим, и из возделывания земли имелись средства на жизнь. Не занимаемся бизнесом, никаких других предприятий, даже не знаю, как они называются, не предпринимаем, и нашими руками возделываем землю, и с помощью наших благоговейных паломников имеем богато так все для жизни. Бобовые нам тоже дают как благословение. Рис тоже нам дарят. Макароны. Ну, рыбу, к сожалению, поскольку еще неопытные мы рыбаки, хотя занимаемся ловлей, приходится покупать рыбу. Самая большая проблема, с которой приходится справляться, это содержание самого монастыря, восстановление. Потому что день и ночь одна достаточно большая группа монахов вот занимается только содержанием, то есть реставрацией монастыря. Больше всего труда, братья, это в столярной мастерской прилагают. Не остается времени думать ни о чем лишнем. Только о том, как отслужить нам наши службы, нашу молитву и служить обители. К пустому колодцу за водой не ходят, говорят об источающих благодать святынях на Руси. Есть в Дахиарии и настоящий колодец, от которого монашествующие паломники многократно получали исцеление. Он был выкопан по указанию архистратига Божия Михаила. Если идти к источнику Архангела Михаила от входа в собор, можно увидеть фреску с изображением небесного воина, от которой произошло одно чудо в назидание поругателям святынь. Вот здесь Архангел Михаил. Пришел один турок. Хотел осквернить икону. Здесь такой нечестивый поступок. И упал сразу же замертво. И с тех пор горит неугасаемая лампада перед Архангелом Михаилом. Вот это источник архистратига Михаила. Здесь вообще в обители местность такая, нету воды. Вода приходила в обитель в желобах. И летом братья очень часто отравлялась. Итак, поскольку вода приходила издалека, и летом на солнце она портилась. И отцы предложили одному ответственному монаху, чтобы он поискал вокруг обители источник, чтобы пить воду и не отравляться.
И явился архангел Михаил этому ответственному монаху и сказал, что не надо искать воду вокруг монастыря, вода есть внутри, в самой обители, показал ему это место. И так был обретен источник, это 1200 год, еще византийская эпоха. Так здесь находится место, где освящается вода на праздник архангелов. И на Богоявление тоже, когда погода позволяет. И с тех времен совершилось много чудес. И реставрация, восстановление монастыря, которое было совершено в 16 веке, тоже обязано чуду, которое произошло от архангела, вот от этого источника. И я любуюсь русскими, которые приходят, благоговейно пьют эту воду, умываются и пьют даже себе за шиворот. Вот здесь на скамейке пишут скамья художника. Очень много приезжих садятся на это место и рисуют. Если кто-то, находясь на этой скамейке, начнет потихоньку поднимать голову и взглядом остановится на Ктиторской башне, наверху Ктиторской башни, на фоне видно два ктиторских кипариса. Это один из самых красивых видов в мире. Здесь, слева и под окном левого клируса, есть изображение великого Александра Македонского еще с эллинистических времен. Это 9 века. Вот это изображение. Έχει το φορείο αυτό. Здесь вот эта колесница. Μέσα είναι ο Μέγας Αλέξανδρος. Внутри Александр Великий, Македонский. Κρατάει δύο απόχες με κρέας. В руках он держит два, скажем, две палки с мясом. Αυτά εδώ нанизанным мясом. Τα εξωτικά ζώα. Вот эти экзотические звери. Προσπαθούν να φάνε το κρέας. Пытаются съесть это мясо. И одновременно поднимают на небеса тем самым Александра. Но когда они устали, они опять потихоньку приземлились на землю. И это как бы изображает вознесение Александра Великого на небеса. Но которое и так никогда не совершилось, когда он не вознесся на небеса. Такое же изображение есть и в Афганистане. До туда дошел со своими воинами Александр Македонский. Афон – это самая большая сокровищница в мире. Но многое украдено. Афон – это как бы микрография, такое маленькое изображение Византийской империи. Όλα τα γένη και τα έθνη, все народы и кини пистис.
Все народы здесь соединяет единая вера, общая вера. Авто и не то Агиорос. Вот это Афон. И архигос и не пандуте и Панагия. Начальник здесь всегда Богородица, и никто другой. Никто не может управлять этим местом. Ни грек, ни русский, ни болгарин, ни румын, ни европеец. Но только Пресвятая Богородица управляет этим местом. Благодарю вас, что вы меня выслушали. Простите за мои ошибки. Благословите. Мир всем!